Спасатели пропагандируют работу добровольной пожарной охраны. На берегу Уводи специалисты продемонстрировали работу такого полезного агрегата, как мотопомпа. Приспособление легко и на подъем, и в обращении. Главное – раздобыть источник воды. И тогда можно и огород полить, и начинающийся пожар потушить. Можно переносить ее, перевозить. Для того, чтобы забрать воду, достаточно глубины всего 25 сантиметров. Например, в болотистой местности достаточно лопатой выкопать яму для того, чтобы забор воды был уже обеспечен. По задумке организаторов мероприятия, знакомиться с работой помпы должны были представители ТОСов, особенно те, которые живут в частном секторе. Наличие такого агрегата хотя бы в одном-двух экземплярах на микрорайон было бы неплохой страховкой на случай пожара. Но, видимо, ТОСы подумали: гори все синим пламенем, и на мероприятие не пришли. К сожалению, представителей ТОСов сегодня мы здесь не дождались, хотя было совещание в администрации 25 числа, об этом, в общем-то, сообщали, что руководитель ТОСов хотелось бы видеть на этом совещании. ТОСам, да и просто жителям частного сектора, помпу предлагается купить на свои деньги. Стоить она будет в среднем около 23 тысяч рублей. Правда, как говорят спасатели, если вдруг беда придет в дом, то самым ценным и дорогим станет время, в течение которого будет потушен пожар. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.